Веселый, познавательный и незабываемый праздник в пиратском стиле прошел среди жителей микрорайона Мостовая. Зажигательные танцы, песни, остроумные загадки, конфеты и арбузы – для ребят все это стало возможным благодаря Ассоциации приемных семей Ульяновской области и детско-юношескому центру номер 3, а также поддержке администрации города и Ассоциации ТОС. Радости ребятишек и их родителей не было предела. Танцевали даже 9-месячные малыши на руках у мам и в прогулочных колясках. Также на площадке вела работу психолог Ассоциации по вопросам семьи. Мероприятие проводилось в рамках реализации социально ориентированного проекта «Театральный фестиваль Ульяновск. Город равных возможностей» и фестиваля-конкурса «Мы вместе». Основной задачей данного мероприятия было выявление талантливых детей из числа приемных и опекаемых, а также приглашение их для участия в театральном фестивале Поволжского региона, который пройдет в ноябре. Как считают представители Ассоциации приемных семей, именно на таких открытых площадках можно увидеть все таланты детей. Следующее мероприятие по поиску талантливых и артистичных детей среди приемных семей и жителей города Ульяновска пройдет 15 сентября. Следите за анонсом. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.